Всем привет! Вот и завезли новые сундуки на сервер Волокас. Откроем немного и посмотрим, что оттуда падает. Весь дроп-лист на экране. Сразу скажу, открывал два раза. Думал, открою немного, да и хватит. Но увидев лут выпадения предметов от других игроков, решил еще немного докупить и пооткрывать. Да, эти сундуки стоят своего. Если вы еще не решились, смело берите их. Смотрим. Открываем и приятного просмотра.